мне сейчас ответственный момент. Я вообще учитель здесь биологии, выпускница этой школы. И просто-напросто сегодня меня поставили здесь, как бы цветы раздавать. Я всех учителей, которые работали раньше и работают сейчас, знаю в лицо. Учитель биологии Елена Неверова помнит и знает несколько поколений как учеников, так и учителей. Школа для нее стала родным домом, а в этом доме гостям всегда рады, потому что есть чем гордиться. Это благодаря нашему хорошему, сплоченному и трудолюбивому очень коллективу, поэтому мы идем вместе одной командой вперед к цели, к определенной, ну и стараемся, чтобы все было у нас хорошо. Первоначально 18-я располагалась в старом ветхом, совершенно не приспособленном для занятий здании. Но были классы и ученики, а значит и школа. Классы маленькие были, классы полные были, в смысле помещения маленькие были, учеников-то много было, поэтому интересно было с ними общаться. Когда школа переехала в новое современное здание, Людмила Ивановна оставалась работать завучем, а потом временной директором. Она и сейчас преподает в своей школе, как и многие другие ветераны. Они идут в ногу со временем, они понимают требования сегодняшнего именно времени. И, конечно, воспитать патриота нашей Родины – это, наверное, главная задача. В этой школе именно воспитывают патриотов нашей Родины. Важнейшая составляющая патриотического воспитания в этой школе – кадетские классы. Школа номер 18. Здесь учиться каждый рад. Сыном мамочка гордится. Кадеты вам не детский сад. Строевая подготовка, танцы, хор и этикет парню в жизни пригодятся. В этом уж сомнений нет. Папа, бабушки и дед мной гордятся. Я кадет. Кадетские классы – это то, чего нет в других учебных заведениях. Отличительная черта, фирменный знак и гордость не только школы, но и города. Те традиции, основы которые заложены еще в 90-е годы, они просто сейчас в будущем, процветают и дальше идут. Было много цветов, подарков и поздравлений. Все это тем, чья жизнь стала школа. Сеять разумное, доброе, вечное в них заложено природой. И от нее же доброта, теплота и забота. Вот уже 55 лет для нас с вами и для наших детей. Александр Наточев, Сергей Корнеев, Светлана Нурик. Городские новости.